Добрый день, друзья и коллеги. Меня зовут Габзелит Рустам. Я являюсь экспертом по испытанию региона Волга. Сейчас в такую прекрасную и великолепную погоду мы находимся в агроцентре Самара на делянке подсолнечника, где мы хотим показать отсутствие фитотоксичности после применения Листегопром, нашего гербицида Листегопром. Итак, предшественником данного поля является яровая пшеница. Осенью у нас была отвальная вспашка. 22 мая нынешнего года мы произвели посев гибрида Розетта КЛП, устойчивого к нашему гербициду, с нормой высева 60 тысяч штук на гектар. Обработку производили ровно 7 дней назад в фазе 5-6 листьев культуры. И давайте посмотрим, в каком состоянии сейчас находится данное поле. Повторюсь, ровно 7 дней назад мы отработали здесь нашим гербицидом Листегопро в норме 1 литр на гектар. Работали мы вечернее безветренное время. В таком состоянии находится у нас поле. Сейчас на данный момент культура находится в фазе 8-9 листьев. Дождей у нас практически не было после обработки. Да после посева практически не было. Вчера прошел небольшой дождь. В таком состоянии находится у нас культура. Как мы видим, никаких хлорозов, побледнений и ожогов у нас нету. Это у нас механическое воздействие. Как вы видите, культура у нас чувствует себя отлично. Кому интересно, можете посетить нашу площадку, предварительно записавшись на сайте на полевые экспедиции. Большое спасибо всем за внимание.